Для участия в этом фестивале ГТО заявилось 10 команд. Каждый был прикреплен волонтер, который водил участников по различным площадкам, на которых сдавали комплекс готовых к труду и обороне. Участники соревнований – разновозрастная группа. Это от 9 до 29 лет. Участники, как и учащиеся образовательной школы, также и студенты высшего и среднего профессионального образования. Состав команды состоит из 20 человек. Для каждого возраста разработаны свои нормативы, так называемые ступени. В этот раз можно было выполнить комплекс со второй по шестую ступень. Чтобы было понятно, например, для юношей 16-17 лет на золотой значок нужно с места прыгнуть на 230 сантиметров. 234. Кроме прыжков, в экопарке также отжимались, подтягивались, качали пресс, стреляли из электронного оружия, выполняли наклоны с положения стоя и, разумеется, бегали. На длинные дистанции 2 или 3 километра и на короткие 100 и 60 метров. Физкультурный фестиваль прошел весьма азартно. К спортивной борьбе, в первую очередь с самими собой, глядя на участников, присоединялись и те, кто просто гулял в экопарке, и даже совсем-совсем юные. Давай еще в телевизор попадешь, давай. Опа. И еще раз, последний раз. Давай, сам.